Сегодня у нас такая импровизированная немножко пресс-конференция, если ее назвать, или даже не пресс-конференция, но я хотел бы после улицы Иванова поделиться немного нашими успехами, которые были отмечены на заседании правительства Ленинградской области в прошлый четверг. 3 сентября было заседание правительства Ленинградской области, где один из вопросов повестки правительства Ленинградской области было обсуждение оценки эффективности администраций районов и подведение итогов этой оценки эффективности. И мне было очень приятно за нашу работу, за администрацию, за своих коллег, за себя лично, в том, что Кингисеппский район по критериям оценки эффективности, всего в критерии оценки эффективности участвует около 40 показателей, но основные критерии выставляются по 11 показателям, которые вот у меня в руках. И мы заняли лидирующее первое место по всем показателям. И, соответственно, мы заняли первое место в Ленинградской области по эффективности управления территорией. Такие показатели, как образование, количество предприятий на душу населения, открытость, доступность власти и многие-многие другие показатели, которые здесь перечислены, я не буду их все перечислять, мы занимали и занимаем вот теперь уже первое место. Перед нами стоит очень сложная задача. Теперь, когда заняв первое место, надо его каким-то образом удерживать. И это есть на самом деле, наверное, ну, та оценка, которую нам поставило правительство Ленинградской области, и, конечно, в первую очередь наши жители, потому что один из критериев оценки есть доступность к власти, ее узнаваемость, поступки и так далее и тому подобное. Поэтому мы взяли такой рубеж и очень надеюсь, что в будущем мы будем сохранять лидирующие позиции